Может быть, я сейчас скажу еще такое, что кому-то может и не понравится. Но я скажу так, как я думаю. Во-первых, эта вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были вот такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию. Вот коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, братство, равенство. Справедливость. Справедливость. Это же все заложено в Священном Писании. Это все там есть. А кодекс строителей коммунизма. Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего там нового не придумали. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей святых для православных? Да, просто для христиан. Когда мне говорят, нет, вот в христианском мире нет такой традиции. Как же нет? На фон поезжайте, посмотрите там. Мощи святые есть, да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи, Сергий Герман. По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело. Иран. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением.